Так, всем привет. Приехали обратно на озеро Пена. Еще рано утром, еще 6 часов нету. Приехали рано. Опять же, приехали Вован, Костя, Иван. Сейчас поедем пробовать. Будем флажки ставить, на удочку пробовать ловить. Будет толк, не будет. Не знаю, посмотрим. Но надежда есть. Так что, что получится, покажем. Как будет клевать, не будет. Ну, будет видно, короче. Еще рассвет. Еще все спят. И рыба, наверное, тоже. Ладно, покажем. Так, старт у нас не получился. Собаку завели, поработала минутку и сдохла. Сейчас попробуем свечку заменить. Что-то фигово как-то все. Начинается. И фонарик у кого? Нету. В телефоне есть кто-то. Владимир, ты нарушаешь общественные права. Матом ругаться не надо. Нас же смотрят дети. Хороший. Доехали мы до места, короче, свечку выкрутили, закрутили по новой. Видать, колпачок, может, тросиком снялся, не знаю. Короче, приехали, здесь выход с ямы. Вот остров, божье дело. Вон там люди там сидят, в палатках, в костях, наверное. По тому берегу, где мы раньше были, сидят дофига народу, там человек, наверное, 7. Короче, сейчас будем ставить... Эти жерлицы выставлять. Ну, короче, сверлим. Лед хороший такой, конкретный. Ножики надо было новые, конечно, ставить. Что-то я это... Ладно, пробуем. Так, выставляемся. Блин, ножики, конечно, я не купил. На буш. Еще раз всем привет. На Пен. Выставляемся. Лед, конечно, здоровый. Ножики фигово сверлят. Не пробурить нифига. 4 я выставил. Флажка. Сейчас дырки не сверлил. Сейчас еще 6 штук выставлю. Чайку хлебну. И можно будет пробовать ловить. Вован ставится. Там он Ванька. Ставится тоже. Здесь и Костя ставится. Тут сушка там дальше. Здесь выход на сушку. Мы будем пробовать ловить. Посмотрим, что это как. Будет клевать? Нет, лед трещит, конечно. Сегодня, но ветра нету, мороз с утра. Даже руки замерзли, пока ехали. Вот там палатки сидят. Мужики, видно, ловят костях, наверное, или что. Дальше там два мужика сидят, смотрю. Ну, короче, будем пробовать. Будет клевать, не будет. Дело богу. Ладно, покажем, если поймается. Ну как, Владимир, лед сверлится? Что-то я ножики-то ни хера. Че? Пока не нажмешь, не сверлит нифига. Ну, ну. Правда, нажимаешь, сверлит. А так что-то фигово, что-то просрал, короче. Надо было ножики новые. А так-то сверливший, конечно. Дух-то выйдет вон. Ваньке-то хорошо, у него сотка. Бур. Дрый. Сейчас, погоди. Нормальная рыбина клюнет, я посмотрю, как он будет. Лишь бы клюнуло, Вован. Лишь бы клюнуло. А там будет видно. Живцы есть.
живые. Вован вчера наловил. Так что выставляемся. Утро раннее еще. Ну и будем пробовать. Ветра нету. Может, не будет солнца, хотя он затянуто. Может, пасмурная будет погода, может, сегодня ничего будет. Будет клевать. Не знаю, посмотрим. Ладно. Сработает что? Покажем. Так, выставились, короче. Флажки выставили. Костян выставил, я. Ванька. Вован уже на удочку ловит. Сейчас я чайку попью тоже. Я последний закончил ставить. Мне половину я поставил, Вован забрал. Потом я остальные доставил. Сейчас, короче, пробуем. Сейчас чайку попью. Будем пробовать на удочку ловить. Пока, короче, у Ваньки была одна сработка, он ставил пока. Ну, короче, леску вымотал до конца, он потек, не потек никого, короче, вытащил. Плотвищина пожеванная, прям даже видно, клыками там порванная. Ну, никто не взялся, короче. Народ, это, сегодня более-менее пасмурная погода. Сейчас вот солнышко чуть выглядывает, вон там, через облака. Но сегодня он не такая. И мороз, короче. Фиг знает, короче, пробуем. Что будет? Не будет. Пока больше сработок нету. Не знаю. Сейчас чайку пью и на удочку. Это сработка у меня. Леску, короче, скинула с катушки, запутался, ему тянуть было некуда, и он, короче, бросил, пожевал и бросил, нифига не взялся, зараза. Бросил. Леска замоталась, с катушки сбросила, сильно дернул. И, короче, запуталась. Вот,
Видать, остановилась она, и он, короче, не стал больше мотать и выплюнул. Зараза. Ладно. Будем дальше ждать поклевки. Иван, Иван! Иван, поклевка! 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 Черный какой-то, да? Ага. Как голова. Ну, отличная рыба. Сделай приятно, чтобы люди видели. О, вещь. Хороший, отличный судачок. Угу. Начало есть. Нормально, молодец. Нормально. Ты не ждал, да, сразу? Да. Постёк, правильно. А хер его знает. Плюнет он или не плюнет, да? Что, оторвался поводок? Да. Нихера себе, я склюнул бы. А поводок это покупной. Выскочил цветы. А, он не зажато было, вытянулся. Ну, блин. Да, везло. А прикинь, оторвался там бы. Крупнее, ну. Ну нормально забрал же, да? А я его зацепил. Ну, но все равно. Вообще нормально. Молодец. Начало есть. Ладно. Так что, может быть. Сегодня шанс какой-то есть у нас половить. Дай бог, можно еще поймаем. Ну хотя утро еще. Может, чего будет, не будет, посмотрим. А? У тебя тоже? Не сработало? Не-не-не, я хочу поставить, блядь, 5 штук. А не было поклевок, ничего не было? Да. Не? Ягужевец-то крупный. Ну. Ну а что, нифига себе такая рыла. Что не заглотит, конечно. Погодка расстаиваться стала. Солнышко выглядывает, облака. Ушли вон, смотрите, видите, на машине человек фигачит. Какая-то десятка, что ли. Или жигули. Ну, по льду фигачит и пофиг. О, едет. Или даже какая-то импортная машина, что ли? Отчаянные люди, блин, я офигею вообще. Вот так вот. Не, ну лед сейчас, конечно, хороший. Ладно. Продолжаем, ждем поклевки еще. Будет толк? Нет, сейчас на блесну ловлю, не знаю. Пробовать надо. Что делать-то все равно? Флажки стоят. Надо пробовать. Ловить, ратлина может, балансир вешать. Что-то надо пробовать. Клюнить. Может потом флажки там в конце у меня кучки там оставлены. Может переставлю чуть-чуть в эту сторону куда-то. Ну, надо, короче, день большой пробовать. Ладно, покажем. Ой, Иван, опять поклевка на этот же флажок, где он вытащил. Нифига себе. Хорошее, клевое, походу, место у тебя тут. Он схватил и с это не тянет, да? Погоди, может еще не это. Тебе какие-то новые флажки, что ли? Угу. Какие-то крутые. Нет. Видишь, опять же на этом месте. Нигде нифига, а тут, видишь, попал ты, наверное, прям в русло его. Не хочет. Я думаю, что сбил-то. Он, может, тыкнул, да и все. Угу. То же самое. Все равно проверять-то надо. Ну, да. Ну, бывает и так. А что делать? Ну, главное, что он точнее хватанул. Точнее, так всегда и бывает. Угу. Ну да, опять, видишь, хватанул и бросил, падла. Ну, еще хороший живец. Ну, еще живец нормальный, да. Еще можно, может, повторить. Угу. Ну ладно, что. Ждем дальше, ждем. Вот на острове Божье дело, там церковь, колокола звонят. Не знаю, слышно вам, не слышно. Служба, наверное, идет. Хорошо слышно, вот как колокола. Сейчас солнце выглянуло, потеплело. Я там, может, потом на коптере там пролечу над островом. Я сам-то там не был ни одного раза.
Он Вован был в прошлый раз. Собака сломала, свечка надо было. Ходил туда, говорит, там расстроена, говорит, церковь и это строит какие-то домики. Такие пироги. Больше нифига. Вот сработка была у Ивана здесь. Три раза на одной и той же лунке. Больше пока ничего нет. Я свой один переставил, все поближе. Больше нифига. Ножики, конечно, я не купил, набор. Посмотрел сейчас, ножик у меня один там вообще сломанный. Подломанный, еле сверлит. Надо ножики новые. Так что ловим, ловим. Уже балансир поставил, я пробовал на ратлин. Нифига не хочет, зараза. И флажки больше вот все стоят. Нифига, считай, что у нас здесь сколько? На четверых 40 штук стоят. А результата нету. Ладно, вот слышно вон? Колокола звонят. О, затихли. Ладно, ловим. Вроде сработал кружок. Что там, чего, не знаю. Сейчас посмотрим. Есть толк какой или что. Или так ветром сдуло. Мотать ничего. Не мотает нифига. Чего-то. Может так ветром, блин. Нифига. Ничего, никаких движений нету. Почему-то. Ну, может так ветром? Не-не. Ничего. Рыбина живая. Блин. Так, может, что-то? Нету ничего. Опять неудача. Ну, у Кости тут сработка вроде. Сейчас посмотрим рядом. Может, тоже так. Мотает, не мотает. Есть? Есть. Клют. Ну, Мария заглотил. Шклют. Маленький. Пусть живет. Шклют, да. Грамм 300, наверное. Надо ее отпускать. Зови бабушку, дедушку. Ну, тоже результат, правильно? Конечно. Главное, что может подходит, фиг знает. Сработка есть, взял, видишь. Дай бог, можно еще клюнуть. Работка, что-то тут сработка произошла. Давай, Владимир. Это хороший. Тихо, тихо. Тихо, тихо, есть результат-то. О, ребята, есть результат. Владимир, ну возьми в руки, дай. Только от солнца отойди, чтобы солнце на тебя светило. О, о, вот эта рыба есть, рыба есть. Молочага, молочага. Ждем дальше, ждем. Ждем дальше. У Ваньки там тоже, что ли, поклевка была, да? Ну, хоть что-то начинает. Ребята, какой клюнул зверь. Только блесну поменял, блин, как дал мне. Вот такой его. Грамм 100, наверное. А это, наверное, берж, берж. Берж. А не, судак. Вон какой, видите? Ну, конечно, будем отпускать его. Куда он такой? Малипутик.
трусик. Ладно, опускаю, короче, это неудобно одной рукой. Вот, отцепил я его. Зверя такого. Ну вообще такой шклют. Мелкий. Давай, родной. Пошел. Продолжаем дальше. Переехали чуть на другую сушку. Костя вон там остался, где-то 800 метров. Мальцы здесь. Я на свале чуть-чуть. Ну нифига, поклевка одна была, сраный такой, грамм 150. До лунки дотянул, отвалился. Сейчас, короче, 8.32. Пробую прям по свалу. Ну не хочет ни хера, зараза. Лед стал трещать. Видать, садится, такое чувство, как будто вода упала. Так что вот так вот. Пробуем. Надежда вся на вечер. Что получится, не знаю. Будет толк, не будет. Ну посмотрим. Вот остров. Вован. Пробуем. Дальше пробуем, проезжаем еще на камни там. Ясно, солнечно, фиг знает. Вон там два человека сидят.
пробовали, короче, там нифига не клюет. Не хочет. Едем назад туда, где у нас флажки стоят. Солнце сегодня светит. Флажок один Вован заметил, да, Вован? Давай что-нибудь. Ань, замотал, блядь, запутал, да? Запутал? Нет. Что-то больше не тянет. Он, может, там уже сидит. Да, ну, блядь, он отмотал-то хуй да нихуя лески. Может, он стравился на дно и... Нет. Уже вес хороший. Уже на сама? Может, так сама скинула. Печально. Больше нет сработок нифига. Где? Все стоят тихо, мирно. Нифига. Ну все, ребята, в 7 часов вечера. Надежды наши не оправдались. Вечером тоже браться нифига не стал. Короче, вот видите, какой закат там. Я свои уже эти флажки снял. Сейчас Вован снимает. Вон Ванька снимает там. Костя снимает, короче. Снимаемся. И, короче, к дому. Сегодня нифига не было удачи. Я одного поймал. И то Вован вытянул на мой флажок. Ванька поймал одного. Потом два маленьких у меня. Одного выпустил, я один сошел. И у Кости на флажок один маленький. Ну и все. И так пару потычек там было. Это таких непонятных. Вот и вся рыбалка на сегодня. И пробовали мы туда на сушку съездить, и сюда. Короче, результата нифига нету. Так что, возможно, тут еще до 1 апреля съездим еще разок. И все, надо ножи новые купить. И на этом, как бы, наверное, завершение будет. Лед, конечно, солнце светит, подъедает по чутка. Ладно, всем спасибо, что смотрите. Всем удачи. Поставьте палец вверх. Подпишитесь на канал, если еще не закроет YouTube. Но я надеюсь, не закроет. Денег я с YouTube не получаю. Так что поддержите канал. Всем огромное спасибо. Всем удачи, всем пока. Ну, сейчас будем ехать помаленьку. Там еще сниму, мальцы может. Ну, и так что завершаем сегодня рыбалку. Давайте, всем удачи. Ну как, ребята, довольны вы сегодняшним днем рыбалки? Поделитесь своим опытом, коллегам, товарищам. Как, Владимир, рыбалка, что скажешь? Рыбалка, она и есть рыбалка. Сегодня есть, а завтра нет. Да, совершенно верно. Ты, Иван, как, доволен? Я доволен. Доволен? Ну, молодец. А ты, Костя? Бывало и лучше. Ну, бывает, конечно. Рыбалка есть рыбалка, как и охота. Вот люди только на рыбалку пришли, видишь? Да, ну это ночная смена. Ладно, едем к дому. Всем пока и удачи.